Поначалу казалось, что японец, владеющий более разнообразной техникой, будет иметь преимущество. Он сразу же с первых секунд схватки начал отбивать ноги Карелину. И по обычно невозмутимому выражению лица Сан Саныча было заметно, что ему от этих ударов не сладко. Против его обычных козырей японец готовился тщательно и провел серьезный подготовительный сбор с борцами-вольниками. Однако, когда дело дошло до борцовского контакта, то японец оказался в роли жертвы. Александр Карелин на протяжении 10 минут бросал Маеду, словно тряпичную куклу. Зрители отчаянно пытались поддержать своего бойца, но он был беспомощен против Карелина и просто выживал.